Sonuç çok güzel. Видим, что очень хороший ответ. Bu başladığımız akıl ilaçları çok başarılı buluyorum. Препарат таргетный помогает нам. Genel durumunuzda bozulmamış. Я вижу, что общее состояние тоже в норме. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Как вы себя чувствуете? Хорошо, как нормальный человек. Я нормально, сağlıklı insan gibi hissediyorum. Hatırlarsınız, çok zor bir durumda gelmiştiniz. Помните, в каком состоянии вы к нам обратились? Я думала, что вы меня не примете. Я не сама чувствовала, у меня органы не работали. Я никак не видели, В прошлом году, в январе, мне поставили диагноз рак яичника. В четвертой стадии у меня уже метастазы, печень, легкие. Я уже думала, что меня никто не примет, но когда сюда обратились в клинику, профессор Мустафа взялся меня лечить. Я уже кушать не могла, у меня желудок, ну, все, внутренность опухли. Он взялся, спасибо ему большое. Прошла 10 курсов химиотерапии, каждый по 6 часов, после чего мне сделали операцию. Прошла реабилитационные, ну, все эти, сейчас таблетки пью. Чувствую себя хорошо, полноценным человеком. Полный целый день могу двигаться, усталость ничего не чувствую, мне просто даже не верится. И как, когда мне в Казахстане, в нашем городе, прочитал наш онколог, врач, то, что прошла я, она сказала, я как будто бы сказку читаю, что это неправда. Не может вот с таким этим, и вот то, что вы прошли, и вот сейчас как будто бы. Потому что когда я вначале к ним самим обратилась, она на меня безнадежными глазами смотрела.